Всем привет, с вами Доки Трэш, и мы сегодня играем в страшную игру The Voidness. Короче, это игра про кошмары космоса будущего, где нашли новую галактику или вселенная, нет, галактика, нет, система, в которой тьма — это такая тьма, которая вообще пиздец. То есть тьма наступает настолько, то, что она в пространстве прям. И люди, чтобы выйти из этой всей ерунды, изобрели способ все печатать. То есть вместо фонарика, фонарик что печатает свет, а тут буквально как 3D принтер. Ей это все приснилось. Я в костюме. Графика здесь вообще на высоте. Короче, мы просыпаемся от того, что у нас кошмар какой-то поразил. Просыпаемся, думаем, что все нормально. Но, возможно, даже не понимаем, почему мы проснулись именно здесь. Все тихо. Кровь что-то какая-то. Очень смешно находит. Так. Подождите. Это получается Франциска Ли. Это я. 39 лет. Дата рождения 19.08.2037 год. Врачиха. Вот так у нас открывается большинство дверей. Где все? My sweet baby boy, I will be back home soon, as promised. Поверь, говорит мне, я однажды выберусь отсюда, мой little bad boy, мой сыночек, короче. Сейчас мы все здесь наладим, а я вернусь за тобой, мой little big bad boy. Так, ладно, идем дальше. Это когда увидел классную жопку братюни. Свист, свист, свист. А, свист только один раз можно использовать. Ну ладно, уже не, жопку братюни не заценишь. Запомните, чтобы заценить жопку братюни, свист зря. Не раскидывайте зря свистом. Хоп. Хоп. Все. Да ты чё, куда ты? Вылазь. Чё, совсем что ли? К уже. Кончита Вюрст. Была такая персонагиня. Если можно так назвать, если кто помнит. Короче, сейчас мы будем стараться не сдохнуть от этой всей ерунды. Если все правильно сделаю, то мы даже от скуки не сдохнем. Нихера себе, я икаю. Кто ж обо мне вспоминает? О,
О, музыка играет. Охренеть. Говорят, что даже Гагарин испытывал это чувство в космосе, когда ты от галюнов чувствуешь всякие звуки. Короче, говорит, нужно отсюда линять. Мы, говорит, не сможем отсюда слинять, потому что дверь закрыта. Поэтому, чтобы дверь была... Сука, ну что ж ты будешь этим столом компьютерным делать, блять? Не могу. Короче, нам необходимо здесь. Подождите, что-то странное у меня со стулом вообще. Ого. Кто там уже стучится? Короче, в любой непонятной ситуации надо брать стул. Фу, стул. Ну, любую хрень. Так, здесь тоже закрыто, да? Так, выключай нахуй. Можно, кстати, приближать. А, типа, о господи, что здесь случилось? Так, мы вообще чё здесь будем, а? Чё, блядь? А нахуй? Ой. Закрыто. Ай-яй-яй. Профессор Брайан? Anyone here? Профессоров здесь нет. Чё за пищанять, а? Ну чё ты как баба? Угу. Отвертка или что-то типа того, да? Да, здесь, кстати, гравитация очень высокая, поэтому мы как дебилы двигаемся. Ой, пиздец, прям все. Не могу, сику прям от страха, сикую. Ого, тень. Казалось, что ли? Ни хрена там кто-то бьется. Звуки как бы на самом-то деле жуткие. Угу.
Здорово. Здорово, чувачочек. А кто ты? Из чего ты? О, понятно. Живое растение, ой, или какая-то живая биомасса сделала из себя же копию людей, чтобы пугать всех. Come in, base two. This is base one. Come in, base two. This is Francesca Lee. Something bad is happening in base one. Damn it. It's not working. Короче, зовем кого-то, а ни хера не получается. Alicia's card. Ну ладно. Уйдем по добру, по здорову. Короче, нужно сейчас найти шкафчик. Шестьдесят восемь, 71. Explains why nobody's here. Oh my god. I have to try and make my way to them. Through the void. Так. Аптечка. Угу. Так, иди еще. Ладно. Пропала, да, штучка? Ой-ой-ой-ой. Охренеть. Я аж это... перестал двигаться вообще, нахуй. Что за нахуй происходит здесь?
Ага. Ёб твою мать. Тихо. Все позакрывали. Блять, ебать, что это такое было? Ужас. Ебать, пространство, да? О! Угу. А вот и штука, которая считывает все. Интересно, да? Ничего пройти не могу. Короче, пространство, в котором находится эта галактика, или эта вселенная, свет настолько, ну, вернее, темнота настолько темная, что даже свет не проникает. Так намного лучше, кстати. Ой-ой-ой. Ого. Следы крови. Ага. Так, а дальше что? Дальше, дальше, дальше. Дальше-то куда? А, по следам крови надо найти, да? Ну, конечно, молодцы. А как я пойду вон, по следам крови? А, вот оно. Ой-ой-ой. Is that blood? Очень много крови. Так. А ну-ка.
Охренеть, блядь, напугали. Там какой-то мужик на меня бежал и крикнул. Сука, ненавижу, когда на меня мужики кричат. Хотя в реальности очень неранимый мужик. И вот эта игра называется Voidless. Охерительная игра. Вот вам и пугалочка. Так, а ну-ка, а ну-ка. Это что, вода? Кстати, а вот можно же режимы переключать, да? Нельзя режимы переключать? По идее, можно. И где я, блядь? Так вот, квадрат. Там же, по идее, можно же режимы переключать, не? Ого, как я умею. Подожди, стоп. А как я это сделал? Стопэ. Как я это сделал? Стопэ, подожди. Я так не хочу, мне так неудобно. Да, блядь, ты можешь нормально пере... О! Ну, так нормально. На F-ку. Стекло. A scanning turret. What is this doing here? Maybe the crew must have been through here. I have to find a way to open that gate. Дай пройти, сука. Thank you.
Чтобы я мог только... Короче, фильтр, да? Так. Fresh bloody footsteps. Someone or something has been here. Идем по следам крови. И все, и кровь исчезла. Что это такое? Типа теперь двери открыты, да? Тут больше ни хера нету. Такое ощущение, что звук шагов, блядь. Ну, когда переключаешь. Причем в ухе, блядь. В одном из... Ой, блядь, не кричи ты, а. Кладбище какое-то, да? Кладбище? Что ли? Господи, блядь. Надо идти по следам только обратно.
Ну, блядь, проходи, что ли. Чё-то я нихера не понял, конечно. Так. Девка устала бежать. Так, что мне еще нужно найти здесь? Я вообще нихера не понимаю, если честно. Вот тут есть следы. Отлично помогают, кстати. А, может сюда? Окей. Фу, не пугай так. Да, когда слепой, лучше хотя бы так, чем вообще на звуки одни. Так, лучше сюда пойду. Ого. Ты чё, бля? Чё это за человек? Тут даже тень отобразилась. Это боги, это бог. Святая Дева Мария, что ли, да?
Пресвятая Дева Мария, что здесь такое творится? When it's going you want need ears to see. Да похуй мне. Я же русская баба, я русская, мне похуй. А в реальности даже русский мужик. То есть мне похуй вдвойне. Тихо. Ого. Бля. Кто ты? Не понял. А здесь не прорисовывается нихуя. Ты чё? Говно! Ты что сделал? Вообще ужас какой-то. Уже страшно, уже очко зим-зим. И чё, блядь? И чё нахуй? Блять, я даже не знаю, куда идти. Нахуй.